TikTok – тренд 2020 року в Українах і по всьому світу. І до нас приєднався гість Амадор Лопес. Ми теж запитаємо, чи є ти вже в TikTok-і? Ну, знаєш, я дуже довго думав і немножко навіть себе останавливав. Ну, во время карантину, от чому на самом деле вот TikTok так настільки популярний? Тому що всі сидять вдома, треба чим-то зайнятися, розумієш? Вместо того, що кушати, треба танцювати. От і я завів себе TikTok, але я поки що нічого не знімав. Я держу. Ну, до останнього, я навіть вчора думав, може все-таки перше відео зняти, розумієш? Я поки що сліжу, смотрю, але нічого не знімаю, але все ще впереді. Давай, знімай відео і в новорічну ніч порадуй своїх підписників і всіх, хто цього чекає. Так, да, кстати, да. Ну, TikTok, ну, я, кстати, вот это очень крута платформа того, що обмінюється даже опытом. А у мене своя платформа, amadorlopez.com, я зробив, кстати, вот свою платформу в этом году, я там буду обмінятися опытом, як похудеть і як правильно себе держати форму і при этом правильно танцевать и правильно Це все карантин на тебе повпливав, да, так? Кстати, да. Вот некоторые люди типа занимались TikTok'ом, а я кушал во время карантина. И потом я понял, что хватит, знаешь, потому что все-таки эта пандемия закончится. Все-таки ну, лето впереди. Все-таки нужно себе привести в форму, потому что уже надо выходить из дома, понимаешь? Как только все это закончится, надо выйти красиво. Ты имеешь прекрасный выгляд при том. Ну, я похудел на 20 килограмм. За який час? За 4 месяца. Ну, я это делал медленно, не намеренно, я делал больше всего для себя, для своего здоровья. У меня не была гонка за килограмма. То, что я сейчас я чувствовал хорошо, я правильно питался, занимался с тренером. И вот сейчас я хочу со всеми украинцами поделиться секретами, потому что для того, чтобы выглядеть классно и здорово, не нужно себя ограничивать, не нужно там постоянно думать, что это унылое качание пресса, что типа это тяжело. Это наоборот, можно сделать легко и весело. Задоволение. Конечно, и все знают, что Амадор Лопес это карнавал, поэтому я хочу подарить этот карнавал, да, дорогие друзья, вам, для того, чтобы вы понимали, что жить красиво и получить идеальное тело – это легко и просто. Цей рік був складний для всіх і для артистів в тому числі. Чого хочеться, що хочеться лишити в цьому році і чого дуже хочеться, щоб у 2021 було багато? Ой, несмотря, что все знают меня как человек карнавала, у меня в этом году очень много были такие негативные мысли, потому что я сидел дома, и у меня столько планов, не только у меня, я думаю, что у всех нас были очень много планов, которые не получилось, да? Хочется вот все эти негативные мысли, негативные моменты, там то, что произошло, то, что не получилось делать в этом году, чтобы оно осталось в этом году. Я прошу, пожалуйста, давайте встретим этот Новый год ярко, давайте встретим вокруг семьи, вокруг родичих, прекрасных друзей, на позитиве, танцуя, потому что я точно знаю, что как ты встретишь Новый год, так и его и проведешь. Поэтому всегда во время Нового года должен быть карнавал, должна быть музыка, должна быть самые близкие друзья и только позитив. Ти сказав, що ти створив платформу, а мені здається, що це не сезонно і конкретно треба там місяць чи два займатися в рік. Це має бути стабільно і це корисно в першу чергу для кожного, хто приєднується і дбає про своє здоров'я. Це така рекомендація від тебе, але як мотивувати людей, тому що багатьом просто важко почати? Вот іменно. По-перше, дорогі друзі, думайте, що це виділяти для себе, для своєго любимого. Себя, потому что очень важно, чтобы вы чувствовали себя здоровы. И да, всегда тяжело начинать, но есть прекрасная, называется трек привычек, который длится 21 день. Вот это даже в точке зрения психологии, в точке зрения там, спорта. 21 день. И вот именно у нас марафон будет длиться 21 день, потому что мы будем учить человека правильно питаться, мы дадим рекомендации по питанию. Вкусно, но полезно при этом. Вы не будете голодать, вы не будете себя чем-то ограничивать. Мы будем очень много танцевать. Там будет уникальный комплекс упражнений и очень много танцев, которые я сам на себя испытывал и пробовал. Потому что я, если честно, не люблю тренажерные залы, если честно. Вот для меня это уникально. Но ты любишь танцевать. Да, и вот. И поэтому я створил это уникальное танцевальное фитнес-направление Rumba's Fit. Это мое авторское направление, которое объединяет комплекс упражнений и в том числе аэробная нагрузка, которая позволяет ускорить метаболизм, и при этом ты получаешь кайф, потому что ты танцуешь, ты улыбаешься, получаешь кайф, получаешь энергию и при этом моделируешь свое идеальное тело. Я тут подумала, 21 день, а в місяці 30-31 тиждень відпочинку, і можна знову марафонити кожного місяця. Ну, смотрите, після того, як, я завжди себе говорю, після того, як ми отримуємо хороший результат тіла,
То есть я даже себе делаю такой читмил, то есть или разгрузочный день, то есть я позволяю себе... Загрузочный. Загрузочный, ну типа разгрузочный именно такой ментальный, моральный, да. Ты можешь это сделать, но во время вот этих 21 день лучше всегда придерживаться, потому что тогда в это время сформулируется дисциплина, дисциплина питания, дисциплина, чтобы ты проснулся и сделал зарядку, что типа нужно тренироваться, мы будем тренироваться каждый день, вы получаете одну, 21 тренировку, которую вы каждый день, новая тренировка, новая група мишці, нова музика, і це завжди буде вдохновляти. Ну, а щодо Нового року, це вже після свят, знаєте? Звісно, іменно так. Тому що Новий рік хочеться абсолютно смачно, не корисно їсти. Масне, смажене, щось таке з майонезом. Олів'є, так? Не робіть так в домашніх умовах, будь ласка. Ну, смотри, по поводу майонезу, я хочу тобі сказати, у нас там буде теж рецепт іменно домашнього майонезу з авокадо. Которые сейчас авокадо у нас в Украине очень доступны, поверьте мне. Можно купить авокадо и сделать майонез, домашний майонез с авокадо. Мы поделимся этой рецептой, ты будешь корисно, ты будешь правильно кушать и очень вкусно. Даже этот майонез вкуснее, чем обычно покупной. А яка у тебя улюбленіша страва, яку ти чекаєш весь рік? І ти саме на Новий рік, як олів'є? Ну, конечно, олів'є. Да? Ну, честно, я обожаю олів'є, я очень его люблю. И на Новый год я себе позволяю себе. Але його можна зробити зі сметанкою і куркою. Він, ну, це не смачно! Да, вот именно так и есть. Но у нас еще такая традиция, что я делаю свое венесуэльское блюдо, которое называется аяка, которая заворачивается в банановых листьях из кукурузной муки, а внутри там очень много разных стилей мяса. Мы не пробовали, мы не знаем. Ну, скоро. Вот можем сделать такой новоречный следующий год, когда встретимся, сделаем новоречный состоль тут вместе с вами. Так, дивись, а что до вживания алкоголя? Как ты взагалі ставишься до этого? Не знаю, ну радиш, не радиш взагалі, хоча б Новий рік, знаєш, є люди, які навіть на Новий рік собі не дозволяють там келих шампанського. Ну, я вважаю, що все має бути в міру. Чоловіку, то є, тим більше ти запрещаєш не пити, не курити, не кушати, то йому, мені кажеться, більше хочеться. Це вже психологія чоловіка. Поэтому всегда делайте все с умом. Если вы хотите выпить свой бокал шампанского, почему вы нет, если вы понимаете, что вам это хочется. И позвольте себе в этот день кушать, позвольте себе этот выпить. Но главное с умом это сделать. Потому что если мы много будем пить, понятно, что и метаболизм замедленяется, и белки могут прийти, потому что у нас, знаете, как игра говорится у нас в Украине. Поэтому аккуратненько, веселитесь. Для того, чтобы не пьянеть, нужно всегда танцевать и много воды пить. Поэтому побольше танцуйте и много воды пить. Так, Амандор, крім того, що дотримуватись здорового харчування, танцювати, підтримуватися в формі, ти ще й співаєш. Хочеться дуже акапельно, чогось такого потужного для наших глядачів в новорічній ніч. А я вот, смотри, я би вам посоветовал, вместо того, чтобы петь, а можем сейчас вставать с места? Вот все втроем можем встать сейчас? Ну, будем намагатись, давайте. Вот давайте, по чуть-чуть. Потому что... Потрошку. Вот, подождите, так у нас Новый год ТикТока, правильно? Есть так. Прекрасная Jingle Bells, правильно у нас песня? Ну, это вот, пистава. Это не пистава. А что пистава, дорогие друзья? Вот смотрите, все очень просто. Так. Вот ножки вместе. Секундочку, мне треба микрофон повесить. Я у нас импровизация. Это так и Новый год, понимаете? Этот год должен быть всегда активный, который будет приходить, это год века. Мы должны все это бика за рога. Все можешь, смотри. Да поставь просто назад, давай. Вот. Все, кан-кан? Да. Не кан-кан, смотри. И право, место, лево, место. Еще раз. И право, место, лево, место. Ну ничего, я подожду, давай. И право, место, лево, место. Хорошо, а теперь смотри. Рукой делаем, левой рукой и в сторону. Раз, два, три, четыре. И поем. И джингл беллс, джингл беллс. А девочки еще вам вазон? Девочки, разыграл. Мы на тиктокер. Я тоже, кстати. Вот и сегодня у нас импровизм вам. Именно так, дорогие друзья. Я хочу, чтобы этот год не только вид импровиза, чтобы он всегда был на веселе, чтобы вы всегда были в движении. Потому что жизнь — это движение. Движение — это жизнь. Танцуйте, улыбайтесь. И с наступающим Новым годом! Ура! Так, друзі, вже хочете святкувати Новий рік. Як ти ставишся до... Як ти святкуєш взагалі Новий рік? Як ти любиш святкувати Новий рік? Це все-таки родинне для тебе свято? Чи ти ну, смотри, я тебе говорю, що для артистів завжди Новий рік — це на сцені. В этом году так стало, что очень мало есть возможностей
корпоративы, там, встречаться с людьми, да. Но для меня всегда Новый год – это на сцене. Я всегда люблю дарить людям позитив, карнавал. Всегда сделать так, чтобы они провожали и встретили Новый год именно только на позитиве. В этом году с этим сложно, но это такой новый опыт для каждого из нас, и поэтому, скорее всего, мы все встретим его, понятно, что дома, вокруг друзей, такой домашняя дискотека, несмотря на то, что уже… Карнавал будет дома. Карнавал будет дома. Я советую вам именно, что карнавал будет дома и каждый день, потому что тем больше мы будем находиться вместе, тем больше у нас все получится в этом году. Ти пам'ятаєш історію, коли ти запропонував всім глядачам одного з телеканалів карнавалін? Да. Мені здається, ця думка в мене постійно, що Амадор – це саме той карнавал, той представник українського шоу-бізнесу, який завжди раде, завжди надихає і мотивує. Дилер гарного настрою. Так. Ну, я завжди це діло, у мене такий дар, який Бог мені постарав, радость, когда я делюсь этим с людьми, когда идет взаимообмен энергетики. Для меня это очень важно. Я во время карантина, я очень много как бы себе держал все внутри. Аккумулировал. И вот сейчас хочется, чтобы 2021 просто был такой бух, карнавал, чтобы побольше эмоций, классные песни, классные клипы, классные танцы, постановки, чтобы вот мир вот снова сосвел, как он должен быть. І на цій оптимістичній ноті ми маємо відпускати Амадорчика. Я вам желаю, дівчатки, щоб все в вашій житті було як настояще красиве, як настоящий бразильський карнавал. Ярко, зажигательно, колоритно, під музику і весело. Дякуємо. Дякуємо тобі. В нашій студії був Амадор. Друзі, на цьому маємо завершувати наш ефір. Ми дуже вдячні, що ви були разом з нами. 31 грудня, вже Новий рік, ось-ось, вже на носі. Ми вас вітаємо всіх, хочемо побажати вам всього найкращого. Будьте собою, будьте з рідними, і нехай вам щастить. І не забувайте, що наш YouTube працює, ми не виходимо на свята, тому ви можете там знайти ваші найулюбленіші наші відео, новини найсвіжіші. Тому не забувайте підписуватись на канал «Правда». Да тут в Ютубі. Бережіть себе і також нагадую вам, що є дзвіночок, який ви натискаєте, який буде вам нагадувати, сповіщати про наші найцікавіші, найсвіжіші новини. Ми вас любимо, всього найкращого і щоб всі були щасливі і здорові.